Паше П. посвящается этот кавер. Кто на границе, ключ переломан пополам, а наш дедушка Ленин совсем уже усох. Он разложился на плесень, да на липовый мед, а перестройка все идет и идет по плану, и вся грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану, да все идет по плану. А моей судьбе захотелось на покой, обещал я участвовать в военной игре, а на фуражке на моей серп и молот, да звезда, как это трогательно, серп и молот, да звезда, лихой фонарь, ожидание. Кормили толпу, все народным кулаком раздавили ей грудь, все народной свободой растерзали ей плоть. Так закопайте ж ее во кресте, где все идет по плану, все идет по плану. Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь, а все другие остальные такое дерьмо, а все другие враги и такие мудаки. Я над родною, над отчизной бесноватый снег шел. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо, там товарищ Ким Ир Сен, там тоже, что у нас, и я уверен, что у них то же самое. И все идет по плану, да все идет по плану. А при коммунизме все будет заебись, он наступит скоро, надо только подождать. Там все будет бесплатно, там все будет в кайф, и там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану, а все идет по плану. Шел я мимо мавзолея, из окошка видел хуй, это нам товарищ Ленин шлет воздушный поцелуй. Шел я мимо мавзолея, из окошка хуй торчал, это нам товарищ Ленин путь свободе показал. И все идет по плану. Все. Да, как же начинается-то? А на границе ключ переломан пополам, а наш дух, блять, раздавили ей грудь, все народной свободой растерзали, блять.